Итак, всем привет. Ответ на следующий вопрос от DFH234F, который звучит так, что как делать, как исправлять сетку и всякие там растяжения убирать в 3D код. Смотря как понимать этот вопрос, но есть несколько методов. Во-первых, если нажать W, то мы будем видеть сетку и, например, инструмент Move, который мы выбираем, да, там, нажав пробел, Move, он по умолчанию работает таким вот образом, что сетка вот просто растягивается. В некоторых задачах это нужно, то есть просто там лоупольку как-то поправить и не делать ремеш. Но в коде во многих инструментах есть такой момент, как Remove Stretching. Если его активировать, то move будет работать вот таким вот образом. То есть будет происходить ремеш сетки. Как видите, можно там выдавливать разные моменты и формировать какую-то вот такую вот модель и с ней работать. Опять же, есть другой момент. То есть есть даже целая серия кистей. Если вы находитесь в S режиме, это как раз не воксельный режим. Здесь, если вниз спуститься, есть Leaf Clay Tools. И все эти кисти, они как раз работают с стретчингом. То есть если нажать опять же W, то вы увидите, что стретчинг работает. И также Leaf Clay, который здесь вот. У него можно настроить прям Detail, поставить, допустим, на 3. И если рисовать, мы увидим, что сетка работает. Это было давно, еще до того момента, как это добавили в ZBrush. То есть этот момент был. Если же есть задача типа ZRemesh, сделать какую-то авторетопа или просто сетку модифицировать, то в самом низу, в любом режиме, будь то воксельный или S режим, есть команды Resolution Plus, то есть вы можете увеличить Resolution, и есть Resemble. На любую из команд можно назначить клавишу, просто нажав End. То есть, допустим, если я сейчас на сэмпле нажму End, затем Shift-Q, у меня будет эта команда назначена на Shift-Q. И теперь, если я нажимаю Shift-Q, у меня вылазит команда. Здесь можно поменять количество полигонов. То есть это как раз тот самый ремешер, только без полигональной сетки, которая уже кидается в комнату ретопа. Как раз вопрос звучал, как не без комнаты. То есть наподобие за ремеша. Вот, просто вводим, допустим, там 30 тысяч полигонов. Smooth на максимум я всегда ставлю. И окей, вот сетка перестроилась. Давайте проверим, я что-нибудь вытяну в муве с помощью мува. Без Remove Stretching, просто вот таким вот образом растяну сетку. Вот, у нас ужасная сетка, нажимаю Shift-Q. Smooth. Все, видите, да, она перестроилась. И таким вот образом можно перестраивать сетку и работать с ней. То есть, если я снова вытяну, нажму Shift-Q. Все. Как-то так. Это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.